анализ, значит, что ты ЖДВ, да? Лемке Дзейтовой 75. За последние 4 года она стала частым гостем у врачей. Мучает и боли в сердце, и скачущее давление. Приходится много сил и времени тратить на больницы, обращаясь к врачам разных специальностей. А сегодня все необходимые услуги ей оказывают в одном месте. Всю пользу и важность диспансеризации Лемка уже давно успела оценить. Нервы, дихлость, слабость, лужда, капян, да? Сань, чак, я лохажи, я несу. В рамках диспансеризации обследования по плану должны пройти почти 68 тысяч жителей республики. Из них больше 30 тысяч мужчин и 37 тысяч женщин. Акция здоровья в Галашке проходит под девизом «Поиск здоровья», главная цель которой – выявление различных заболеваний на ранних стадиях – сердечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта и онкологических. Прием пациента ведут офтальмолог, гинеколог, маммолог, эндокринолог. Здесь же можно пройти флюорографию. Диспансеризации подлежат 1137 человек, то есть это по плану они у нас подлежат. На данный момент диспансеризацию прошли 873 человека. Выявлены такие заболевания, как гастриты, холециститы, панкреатиты. Два случая онкологических больных. Самое главное – здоровье. Жители охотно и желанием приходят на обследование, массово посещая специалистов. Острый хронический бронхит и сацамажда. По итогам диспансеризации каждому пациенту выдадут паспорт здоровья с рекомендациями и заключением медиков. Мака Келематова, Рамзан Зурабов, Новости 24.